Добрый день, дорогие коллеги. Благодарю вас за то, что вы нашли время прийти на эту встречу. Хочу сразу сказать, что сегодняшняя тема является открытой частью, бонусным приложением для моего платного курса «Эффективный вебинар. Проектирование, продвижение, проведение». Я уверен, что меня хорошо слышат те, у кого все нормально. Мы сегодня что будем с вами делать? Мы сегодня сделаем массу интересных вещей. Будем общаться с роботами и сравнивать их с людьми с точки зрения выразительности. Давать оценку эмоциональности и полезности того опыта, который вы увидите сегодня для себя. Мы научимся проектировать и конструировать недорогие, но очень эффективные суфлеры. Узнаем, как ими можно управлять. Изучим механизмы успешного выступления на вебинаре, потому что одного суфлера мало. И узнаем о совершенно новом и необычном онлайн-курсе. У кого-то из вас, возможно, возник вопрос, почему мы выбрали именно вебинары, а не что-то другое в онлайн. Давайте сейчас, коллеги, посмотрим на вот этот онлайн-опрос российских соискателей. Я выбрал только некоторые слайды. Вот, например, коллеги, если посмотреть, где стоят здесь вот эти смайлики, это то, что сделал я, вот эти смайлики, они показывают те курсы, направления подготовки, которые связаны с публичным устным выступлением, умением говорить. Это и языки, и развитие личной карьеры, и так далее. Вот эти смайлики – это то, где требуется умение выступать. То же самое на примере, какие темы по направлению личной эффективности, личной мотивации, эмоциональный интеллект, управление стрессом, тайм-менеджмент. Везде требуется умение убеждать, ясно выражать свои мысли. В то же время, если мы посмотрим на интерес по обучению и тренингам российских спикеров и бизнес-тренеров, очень мало тех, которые интересуют наших коллег, знают и интересны российские спикеры. Всего 34% всех опрошенных – это 3529 человек. Можно сделать предположение, что наши тренеры плохо говорят, мало известны, они не пользуются спросом. Если посмотрим на конкретно рейтинг российских бизнес-тренеров для обучения, мы увидим следующую интересную вещь. Я бы вот хотел выделить здесь Радислава Гандапаса. Посмотрите вот то, как он с помощью кликера читает подписи к своим слайдам. Сзади него большой экран, а он использует текст. Это я заметил. Многие этого не видели, а я это заметил. Вот внизу, где красная стрелочка, там текст, подсказки. Это очень помогает выступающим. Если посмотреть на рейтинги зарубежных бизнес-тренеров, вот, например, Брайан Трейси, он сейчас 100%, коллеги, если посмотреть эту запись, видеозапись я готовил, он читает телетекст, и у него глаза смотрят на вас. Вот так же, как и сейчас на нижний снимок справа, Тони Робинс тоже читает. Ицхак Адизес не читает. Я посмотрел, он говорит с головы, без подсказок. Но таких очень мало, которые помнят хорошо свой текст. Если поговорить, как эти суфлеры, можно прочитать что-нибудь. Я нашел всего лишь один учебник по суфлеру. Вот он сейчас на экране. И то он приготовлен не для вебинаров, не для онлайн-выступления, а для оперы. Кроме того, я перед встречей с вами попросил рецензентов, и вот вы сейчас видите рецензию на этот вебинар, Александр Стержантов, он потратил на меня время, я ему рассказал, как работает мой суфлер, то есть у меня сегодня не просто мой поток сознания работает, но есть такая вот положительная рецензия, где выделяет Александр экономический фактор. Я спросил у него, оказывается, он купил очень дорогой суфлер за 20 тысяч рублей, есть еще дороже. И говорит, да я бы мог бы сделать то, что показали вы, было бы то же самое и даже лучше.